Всем привет, с вами Данил Киталямба. Сегодня мы будем делать желейные руки. Да-да-да, вот такие только желейные. Да, сегодня мы будем делать желейные руки. Покажем вообще сейчас все ингредиенты. Кстати, на канале у нас уже 108 подписчиков, это очень круто. Тохи, чё он какой радостный. Нам нужны ингредиенты, Тоха перечисляет. Две перчатки. Резиновых, они должны быть помыты, чтобы мы могли, можно есть еще желейные руки. 40 грамм желатина. 40 грамм. Они помыты, Владимир. Вообще-то вот еще пачечка. Это уже мне домой. Ага, охерел. Ладно. Ну вот, короче, 3 пачки желатина, перчатки помытые внутри. И 1,5 литра фанты, спрайта, кока-колы, любого вещества, любой жидкости. Главное, чтобы 1,5 литра мыли. И главное, чтобы желатин был пищевой, чтобы можно было есть эти желатиновые руки. Мы взяли фанту и еще, наверное, добавим... А самое главное, кастрюля, где мы будем варить это все. Да. Вот там. Сейчас вот мы все приготовим. Ну что мы сделаем с кусочками фруктов? Да. Да. Да, у меня есть фрукты. Да. Ребят, он вам наврал. Все говорят, что Тоха врун. Он наврал. Пишите. У него нету фруктов, прикидывайте. Ну короче, дело такое. Надо вылить сюда 1,5 литра кока-колы. Тихонечко наливать. Но вначале Вадим... Фанты. Фанты, то есть. Но вначале Вадим будет потихоньку добавлять крахмал. Какой крахмал? Ой, желатин. Желатин. Открывай тихонько. Всем привет. Все открываешь, чтобы желе вообще жестко было. Давай ту еще пачку. Так это для другого. Давай. А, это, блин, я Тохе домой обещал, я ему должен был. Да. Бери. Просто давай. Жмот позорный. Да я снимаю, они делают, давайте. Еще венчик сейчас возьму. Давайте его. Кстати, мы снимаем 5 перед школой. Он Тоха школьник, Валя школьник. Ну, я, конечно же, школьник. Уж школяр. Главный. Вот так вот это все делается. Пока не надо мешать. Что добавил? Другую пачку добавляй. Все, давай, чтобы комочков не было. Вот такое вот это нудное дело. Да, давай, Вадя, еще. Все по чуть-чуть. Сейчас мы до конца это все сделаем давай. Приступим дальше. Ребят, как же не выпить фанты? Ух. Как же не выпить фанты, Вадя? Очень вкусно. И Тохич, конечно же. Вот такой вот. Вот смотрите, мы вылили почти всю фанту, но всю фанту не надо выливать. Вот так вот все это мешаете. Это желатин, надо желатин. Желатин мешать, чтобы без комочков осталось все. А потом уже переносить на плиту там надо. Там ничего нету. Теперь надо перенести на плиту и на плите что-то там делать. Вам Тоха все скажет. Да. Вот это. Так, ребят, вот мы поставили на плиту. Сейчас надо Тоха это все помешивать. Не помнишь? Вот там вот этот газ вот горит, не знаю, вам видно, не видно. Ну, короче, мы газ зажгли. И вот это надо мешать до однородной массы. Такой сиропчик должен получиться. И он тепленький. Надо дать ему, вот он должен так минут 10, что ли. Тоха, сколько он должен так вариться? Минут 10-20. Минут 10-20, короче, должен так у вариться. У всех по-разному. Каждые 2-3 минуты их надо помешивать. Ну вот так вот такое нудное дело. Видите, пена уже потом, уходит. Когда он уже в сиропчик превратится, надо будет подождать, чтобы он остыл 5 минут. Угу. Конечно же, залить потом в перчатки, и мы все там вам расскажем потом. Да-да. Пена потом. Уже уходит. Потом. Итак, ребят, прошло около 7 минут. Вот такая у нас сиропчик такой получается. С пенкой, конечно. Я говорю, что газировка. Да, еще минут... 6 поварим, 7 и... Даже уже все можно. Еще минут 5. Ты не сможешь. Итак, эти райки сейчас будут переливать в перчатку. Вот это вот наша смесь, она уже остудилась. Вадя, давай помогаем. Где есть воронка? Зачем? Сейчас надо переместиться над раковину. И это все дело делать. Лучше брать. Мы перемещаемся. А Вадя, так через воронку надо. Я ему говорю. Помедленнее. Вот такое это дело, сейчас покажем, что получилось. Вот такая перчатка у нас получилась. Нам надо положить ее в холодильник, чтобы в висячем состоянии должна остаться, и завязать ее. Только вот ничем. Ну, завязать ниткой можно. Порвется. Пусть. Вот мы завязали эту перчатку, ну почти. Этот рак не может там что-то сделать. Но он почти, вот считайте, завязал. Мы сделаем сейчас вторую перчатку за кадром и покажем, где у нас это все будет висеть вот в этом холодильнике. Тупом вонючим. Вот делай. Вот они завязывают вторую. Руку вторую, убрал. Да, вторую перчатку. И вот так вот закручивай.
А то Харат просто одной стороной. То Харат, он типа батька. Они потому что... Вот, закрути, да, ее так вот. Нет, одной. Так, что ли? Один раз прокрути через... Так, что ли? И вот так вот это такое нудное дело. Да вообще не то! Итак, ребятки, вот у нас сушатся вот эти вот наши ручки. Я могу с ними поздороваться. Здорово, братан. Они еще, кстати, не застыли. Надо минут... Ну, часа два ждать, чтобы превратились в желе. Итак, ребят, спустя два часа у нас получилась такая желейная рука. Сейчас Тухич ее развяжет. И мы ее достанем и, конечно же, скушаем. Упс. Он такой голый сидит. Дрищ позорный. Этот дрищ идет на соревнования по баскетболу. Да, да, мы идем вместе. Вот Тухич так вот все это делает, дрищ позорный. Мы первую руку уже съели. Да, очень вкусно. Вторую мы решили вам заснять, какая она из себя, как она из себя что представляет. Ты ее разрезать-то не будешь? А там нечего разрезать, что так выдают. Если сможешь, дрищ позорный. Вот. Вот там наше желе. Выдавливаешь уже? Вот так вот мы выдавливаем. Изи вин. В эту тарелочку мы все это положим. Вон, смотрите, желе. Сахара маловато. Нормально, на вкус как апельсинка обычная. Да, ну мы делали из фанты. А Вадя тут, мы хотели еще сделать и спрайт такое, что Вадя нас спрайт просто взял и выпил. Он должен Тохичу 60 рублей. Целых 60. Он тебе их не вернет. Ага. Все, начинается истинный момент. Конечно, не получилось форму руки. Потому что кое-кто этой рукой себе трёс кое-где. Но желе вкусное. Может, мы в следующий раз сделаем из шариковой формы и подержим подольше в морозилке. И все получится, я думаю, в следующий раз. Вот так вот оно трясется. Вот такая у нас такое желе получилось. Сейчас мы все с Тохичем съедим, а вам ничего не оставим. С вами были Данилка и Толямба. Мы делали такие классные желейные руки. Как у меня, вот прям вот. Ставьте лайки. Если наберется под ним видео 15 лайков, мы сделаем такой большой желейный шарик. Нет. А что? 40 лайков. 15 желейный лайков. Шарик вот такой большой. До скорых встреч, всем удачи, всем пока.